Сегодня у нас был день открытых дверей в школе, а вы не забывайте подписываться. Я смогла посмотреть школу изнутри, так как у нас в школе так просто в нее не зайдешь, максимум в офис. Американская школа отличается от белорусской. Парты составлены прямоугольной формы и сидит вместе по 6 человек. У них тетради только в широкую линейку. Пишут только карандашами. Здесь дают право на ошибку. Здесь не носят целый портфель книг. Их выдают в школе, а чаще всего они занимаются на ноутбуках. Домашку здесь задают на листочках. И, кстати, достаточно много. Оценки здесь ставят буквами A, B, C, D, F. За весь день только две перемены. Один обед и прогулка. И вторая – это тоже прогулка на территории школы. Кстати, у нас в школе очень много ящериц, и их там кормят арбузами. Ну как вам школа?